звонок предоставляется. Ученица-отличница 1-го Б-класса Харьковец Даше и выпускнику 11-го Б-класса Харьковец Артему. Галерея.
Галерея. Вы же на уроке, а не в конференц-зале. Галерея. Террорист. Костя, ты будешь там в камере выглядеть как плохой ученик. Галерея. Не надо вырезать. А можно вопрос? Давай. Сколько в среднем листьев на тополе? Сколько сосчитаешь? Галерея. Правильно? Почти. Почти. Видите, выпали слова тяжелые. Террорист. Террорист. Давай террор, может, легче будет. Террор. Террор. Территория. Корреспондент. И корреспондент. Все. А может, ты станешь корреспондентом великим. Корреспондент. Так, садись. Кто исправит? Кто исправит? Смелый, буду вызывать. Давай, Вика. Я? Да. Понятно. Сделай все, чтобы ты. У тебя еще чуть-чуть неправильно. Очень неправильно даже. Да, а это корреспондент говорит. Все. Да. Все. Галерея одна, галерея два. Смотри, ее можно ставить. Четыре. Четыре. На пять слов. Это два. А в честь 25 мая? А в честь 25 мая, так как уже учеба закончилась, то один. Во французской стороне, на чужой планете, предстоит учиться мне в университете. Да чего тоскую я, не сказать словами, плачьте ж, милые друзья, горькими слезами на прощание пожмем мы друг другу руки и покинет отчий дом. Ученик науки отстает, держу весло. Через миг печалю сердце бедное свело скорбью и печалью. На тихо плещется вода, голубая лента. Вспоминайте иногда вашего студента. Много зимы, много лет прошли мы вместе, сохранив святой обет верности и чести. Ну так будьте же всегда живы и здоровы, верю, день придет, когда свидимся мы снова, всех вас вместе соберу. Если на чужбине я случайно не помру от своей латыни.